Настоящая зимняя сказка поселилась во дворе домов 127 и 129 по улице Чапаева. Здесь все сияет огнями, и в каждом уголке настоящая новогодняя фотозона. Наши дети домовые уже привыкли, для них уже это в порядке вещей и летом, и зимой. А те, кто вот ходит сюда в школу, в первую гимназию, в седьмую школу, частенько фотографируются. Идея украсить двор пришла старшему по дому номер 127 Александру Куприяшкину. Несколько лет назад он превратил каштан в новогоднее дерево. А затем засияли и другие деревья, входные группы подъездов и даже на фонарных столбах появились украшения. К этой затее подключился и 129-й дом. В этом году соседи у нас уже сделали своего оленя. Скажем, красивые молодцы. У нас снеговик, но в эконом-варианте. Но на этом не останавливаемся. На этой неделе мы еще елочку поставим такого же формата. Вот окна у нас будет зелененькое. Но на этом не заканчивается у нас тоже. У нас очень много планов. Опять же, у нас тоже украшения на столбу уже готовятся, тоже будем ставить. Вот. Тоже будем снеговика делать еще. В теплое время года все эти украшения лежат в подвале, а в начале декабря жители все вместе выходят во двор и начинают развешивать гирлянды и устанавливать фигурки. И каждый год во дворе появляется что-то новое. И даже те, кто поначалу скептически относился к этой идее, поменяли свое мнение. Все рады, что у нас такая красота. Есть, конечно, отдельно, что там это ОДН будет большой или еще что-то, но как-то все равно находим компромисс. А за домом устанавливают елку, к которой жители этих домов выйдут в новогоднюю ночь и будут поздравлять друг друга с праздником. Это тоже традиция – отмечать Новый год всем двором, как одна большая дружная семья.